37-летний Александр Киржаков снова переживает непростые времена. Судебные разбирательства с его первой женой Марией Головой разрешились не в пользу футболиста. Лучшего бомбардира сборной России обязали выплатить экс-супруге неустойку за неуплату алиментов. Суд Санкт-Петербурга постановил, что Александр должен Марии 5 миллионов рублей. Изначально эта сумма составляла 1,2 миллиона, однако первая жена спортсмена требовала больше 6 миллионов. Пара прожила вместе 5 лет. За это время у них родилась дочь Дарья, которой сейчас 14 лет. Александр сначала перечислял бывшей жене на воспитание дочери по 300 тысяч каждый месяц, а потом уменьшил сумму до 40 тысяч. Судебные разбирательства длятся не первый год. Из-за крупных долгов по алиментам спортсмену закрыли выезд за границу. Киржаков лишил родительских прав свою экс-возлюбленную Екатерину Сафронову. Их общий сын живет со спортсменом. Второй брак с Миланой Тюльпановой тоже закончился со скандалом. Сейчас мужчина выплачивает ей по 40 тысяч рублей на двухлетнего сына Артемия. Милана призналась, что была жертвой мужа. Она откровенно рассказывала о разводе. Посмотреть на футболистов, которые меняют подруг как перчатки, можно здесь.